Привет! Знакомьтесь, Павел, у него свой канал на YouTube, я ссылку внизу размещу. Сегодня проведем тренировку с этими ребятами, так что смотрите. Ну вот мы проводим тренировку на острове с ребятами. Сделаем лесенкой подтягивания, отжимания на брусьях. Посмотрите, подтягивания делаем лесенкой. Начинаем с однерки, ну и делает каждый. Ну и потом повышаем, вылетает тот, кто уже делать не может. Так, ну кто говорил, что качки не умеют подтягиваться? Смотрите. Не тот, я уже старый. С молодежью-то соревноваться. Что-то чувствую, сливаться я начинаю. 9 сделали, не знаю, на десяточке. А народу сегодня на острове. В дальнейшем посмотрим. Проходим туда. Зеленый фестиваль. И так что продолжаем. Делаем дальше. На чем он слушается? Да не надо в рестлеры идти. Ну там столько апельсинового сока. А, про апельсиновый сок ты там? Ну, я слушаю апельсинового сока, но ради больше покупки надо. Я наоборот делал. Только-только на творожке, да на апельсиновом соке, да? Все, спортивный дед слился, слабак. Пацаны продолжают, на десятки слился. Я посчитал, что только один раз. 59 это на сколько? До сотки. Я тогда вообще для Паши от Сашки забираю. До сотки? Ага. Видите, Паша проводит конкурс. Выигравшему он отдает БЦА. Народ, я смотрю, мало. Так что каждое первое и третье воскресенье месяца приходите вот на эту, получается, площадку после БКЗ моста. Здесь они постоянно встречаются, проводят какие-то конкурсы или просто занимаются. Так что подтягивайтесь. Просто подтягивайтесь для того, чтобы подтягиваться. Чтобы больше подтягиваться, надо больше подтягиваться. А, ну да, да, да. Не повторять, да? Не повторять наши ошибки. Да, да, да. Вот смотрите, глядя на нас, и молодежь же ведь смотрит, и какой-то пример подаем. Главное не сидеть и при маленьких детях пиво и спиртные напитки не пить, а пример показывать спортивный. Скорее всего, вот он, победитель. Ну, как говорит Паша, он не сдается. Посмотрим, кто. Ну, я смотрю, парнишка, он тоже подустает. Я... А такая надежда была. Надежда, как и любовь, умирает последней. Что там 200 что-то пожал, так нормально. 212 что-то ставит. 12 пожал. Половину. А, ну 12. Поставили 30. А, нет, хотел еще 42,5. Там нормальный разбег был, получается. Но. Ну, оторвал. Ну. А что, у тебя это? По лифтингу, да, участвовал? Пожим там, покажим. Не, ну там-то бы цабруша на кону не было, понятно, там мотивации вообще никакой. Гормоновую пачку поставили, что бы ЦА, да? Хотя бы пачку. Там только медаль. Да. Бывает и такое, пока. Ну, как обычно, что у нас все на энтузиазизме. Поэтому медаль да грамота.
медаль. Как шоколадная. Это, ты в боевое положение кепку в ногу сделаешь. Даня бы сейчас сказал lightweight, baby. Что-то я ссу. 15, я до 15 доходил, сделаю. Да ладно, у тебя идеально бочки стоит, что ты из этого? Пацаны уже приблизились к 13. Ну вот и 15-ка приблизилась. Давай, рви его! Кто хочет узнать, сколько они подтянулись, посчитайте. От 1 до 15. 1, 2, потом 3 и так далее. Посчитайте, какое количество получается. Ну вот и развязка подошла. Стали еще двое. А кто? Ты и? А? Да он, бля, легко потянет. А кто еще? А, что ты же, да? А это просто не вода. Что? Это водка без воды вообще. А, это, наверное, мельдоний. Мельдоний. Вот весь секрет, да? Допинг-бомбу требует. И что такое? Ну это как оно? Гамма-бутеробитаин. Опять надо ставить ботаник. Ну мельдронат. А что это мельдронат? Ну гамма бутеробитаин. А, да, да, это как? Это как? А вы едите карбогидраты? О, не, я их не ем. Вы едите? А что это? Углеводы. Я такой, я не знаю, я отжимаюсь, подтягиваю. Вместе тобой там. И тоже там. Все. Пишут, двое. Фанаты, это какие-то соли там. И легко, блядь. И. Я увидел твое лицо после того, как он сделал. Я попробую, как. У меня руки не сгибаются, не разгибаются вообще. Вот, у меня все. Натянулось. Ну вот видишь, я говорил, что нет. А что за Данил-то все-таки? Да, наверное, я не вылежу, да? Да, я не вылежу. Что за Данил-то? Мне скажите. Ну, первый открыватель вот у нас четверо было. Там... Воркаут? Ну, вот эту массивную снизу воркаут сделали. А-а-а. Первый открыватель, но... способа подтягивания, кстати, сосиски. Он тоже как бы не маленький, да? Ну да, не маленький. Ну, за соточку? Ну, 15. От лишнего так нормально у него, но массивный. И короче. Сколько у него? Сколько он там? Мало. Ну да, доходил. Не, он лесенку не ебашил, но он сотку делал вроде. Вроде делал. Так что тут какие-то даже, видите, интриги. Если они вырезают, я не вырезаю. Смотрите мой канал, да? Да. Да шучу, я шучу. Ничего плохого не было сказано. Ролик две части. Лейцина. Одна часть из-за лейцина и одна часть малина. Достается нашему победителю. Похлопаем. Ну вот и победитель. Я в стиле Паша Катуба. Да. Надо вставить. Я так не умею. Я просто хлопаю. Давай смотрим эту комикс. Всем спасибо. Ну а мы продолжаем дальше, сделаем брусья,
250 в общем количестве. Наверное, думаю, по пятнашке, по двадцатке. Ну, уже просто чисто для себя. Четыре точно, вот ни спины, предплечья, у меня даже два эти пальцы безымянные, и мизинец болели, ну, жесть. Вот да. После первого, завтра, наверное, то же самое будет. Так же, ну, может, побыстрее пройдет сейчас. Как бы. Это адаптация организма там, да. Ну вот, тренировочка закончила. Фу, закончена, уже язык заплетается с Павлом. Так что, о, всем счастливо, всем пока. Смотрите Павел канал, я укажу ссылку. Поэтому пару слов скажи. Ну, подписывайтесь, лайкуйте, приходите. Главное, приходите, занимайтесь. Да. Мы за ЗОЖ, меньше бухайте. Не занимайтесь, не сидите на диване, не отращивайте толстые целлюлитные жопы. Лучше эти бабки в себя вкладывать, больше выхлопа будет для вас и для ваших близких, для ваших родных. Всем мир! Подхожу, где проводится фестиваль «Зеленый» каждый год. Народу просто, ну, не знаю как, тусня. Покажу сейчас. Картошка. Будешь? Везде люди едят. И причем едят одну гадость. Но, вы представляете? Никакой у нас культуры и еды нету. Люди будут тратить большие деньги для того, чтобы есть нездоровую пищу. А, ну, так называемую гадость, я считаю, что это гадость. Пьют газированные напитки, которые нельзя пить. Едят жирные всякие хот-доги, жареные чебуреки. И стают такими же жирными. Вот смотрите, сколько народу. Люди, еще раз призываю вас, не ешьте гадости. Ешьте нормальную, здоровую пищу. Я человек деревенский. Мне тут Артем говорит, иди потрогай. И я говорю, что я там, что я в жизни козлов не видел. Я их даже бил. Короче, на острове сегодня все делают. Вату катают. Причем вату катают многие. Ну, всякие поделки. Всякие приколюшки. Очень много детей. Ну, дети наше будущее. Это очень хорошо. А можно померить? Нет, нет.
Вот эту вот можно зеленую, да? Она не маленькая, где будет. Ну вот из больших размеров стоит. Ну, поверить можно. Я именно с глазом хочу. Вот если с глазом точно. Вот миньон. А если вот так? О, а можно вот эту еще, а? Наркоманскую. А сколько стоят они? Ну, побольше, вот побольше, не знаю. Сколько стоят? О, она еще с этими, с лохмами. Так, летняя стоит 800. Летняя? Это как? Это панамки, это вот такие люди, облегченные. Это сами вы делаете? Да, это все крючком. Вот это будет 1000, а такие вот все посмотрите. Как они одеваются? Так, а потом? Так, да? Да, таким блином назад. А что, блин? А ты-то вообще как моджахет какой-то. Я не похож на торчка, на растамана. Бородой, а у тебя нормально идет ли? Снупдог. Смотрели. Ну ладно, спасибо. Спасибо большое. Все, ты уже покатала, что ли? Я буду удачи его. А ты что, ждала? Вы еще есть наличие? Деревянные это, приблуды, которые ты любишь, всякие. Смотри. Смотри, какой страшный зверь. Зверь. А, зверь. Моя подружка до того приходила в гости. А это что за снег? Это вода. А? Вода. Вода, это снег топит? Или вода из-под крана? Нет, это вода из источника в Шуегеше. Да? То есть по химическому составу считается идеальной водой. Но если поговорить про воду как про вещество, которое употребляют люди, вот это идеальная вода для организма. Артём, как всегда, дымит своей приблудой. Трубку мира курит. Народ уже расходится. Этот фестиваль проводится, получается, в течение 2 дней уже. Суббота, воскресенье. Сегодня воскресенье. Поэтому сегодня уже время где-то около, наверное, 5-6 часов. И народ расходится уже. Они не боятся. А я кормил. О, парочку суслика. Вон торчит один. О. Как молодочка. О, смотри, их 3. Уже 3. Вот еще. Вон еще один. Вот красный его, да? Эй, Федя. Что, не боится? Что, ругается, что? Кончилось это. Давай, давай, делай. Давай сюда, вдуй. Ну и велосипедище у тебя. Здорово, дружище. Как тебе это нравится? А? Нравится. Хорошо. А я не знаю, я, видишь, я тренировку здесь проводил. Сейчас, подожди.
И этой приблудой он меня тоже заразил. Сижу, балдю. Спортсмен, так называемый. Там чуть-чуть никотина. Шаман, однако. Ну вот и все. Этот день подошел к концу. Был выходной день. Причем такой плодотворный. Была тренировка на острове. Опять же, на фестивале «Зеленый». Посмотрели все, что там творится. И все. Едем домой отдыхать. Завтра новая неделя, выходные закончились. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Все, всем счастливо. С вами был Спортивный Дед. Всем пока.